С 1 января компания «Московский областной единый информационно-расчетный центр» приняла на обслуживание около 10 тысяч лицевых счетов жителей и начала производить начисления за коммунальные услуги, выпускать единый платежный документ, вести обслуживание плательщиков. До недавнего времени офис центра находился на улице Ленина. С 1 сентября офис МособлИРЦ находится в центре города, в здании почты. Но заходить надо с другой стороны через шлагбаум. График работы и время приема населения не изменился. В новом офисе уже установлены аппараты по оплате коммунальных платежей, а специалисты оказывают услуги в полном объеме. Вход в офис находится прямо за моей спиной. Пока там нет таблички, потому что только переехали. Но буквально через пару дней она там появится. По многочисленным обращениям жителей в конце лета расчетный центр МособлИРЦ переехал в более удобное для своих абонентов место по адресу площадь Советская, дом 4, здание почты. Вот сейчас удобнее стало, что он располагается здесь? Ну, что здесь удобнее, да. Ну, нам, во всяком случае, ближе, да, дойти с Крыжовской сюда. Туда там неудобно.